Сотрудника городской больницы подозревают в получении взятки. В связи с этим на него завели 4 уголовных дела. Подробности в комментарии помощника руководителя следственного отдела по городу Губкинскому Зульфии Тодоровой. Следствием установлено, что в июле, ноябре, декабре 2014 года сотрудник городской больницы, являющийся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные административно-хозяйственные функции, получил от руководителей коммерческих организаций взятки в размере около 700 тысяч рублей. За получение взятки подозреваемый обеспечивал взяткодателям победы в электронных аукционах на поставку лекарственных средств и расходного медицинского материала. В настоящее время следственным отделом устанавливаются обстоятельства преступления. В случае доказательства вины мужчине грозит штраф в десятки раз превышающий сумму взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.